Всем привет! Сегодня мы будем делать елочную игрушку из обычной лампочки. Нам понадобится вот такая лампочка, ну, либо любой другой формы, которая найдется под рукой. Также краски, которыми мы будем ее раскрашивать, различные. Вот у меня, допустим, есть акриловые краски, различные, вот еще дополнительные цвета, побольше белого. Белый желательно, чтобы был большой, потому что для начала мы покроем всю лампочку белым. Также у меня есть различные разноцветные вот такие вот краски с эффектом блестящий золотой, такой вот зелененький и серебряный. Также у меня есть вот такие вот контуры, голубой, коричневый. Еще есть вот такие краски, фиолетовая, розовая. А насколько я знаю, это краски по текстилю, по ткани. Ну, это не важно, они густые, отлично подойдут для лампочки. Еще есть вот такие красочки, зеленые и бронзовые. Ну, в общем, чем больше различных оттенков и цветов, тем лучше. Контуры всякие для декорирования. В общем, все, что найдется. Также нужны будут кисти разных размеров, побольше, поменьше. Желательно мягкие, чтобы не оставлять полосы жесткими кистями, например, вот щетина слишком жесткая, она оставит грубые полосы. Лучше взять мягкую кисточку. Также будет нужен карандаш, чтобы потом наметить узор. Баночка с водой. У меня есть две красивых новогодних декупажных карты. Одна вот такая. Очень красивая, на рисовой бумаге. И одна вот такая. Нужно выбрать какой-нибудь узорчик небольшого размера, который поместится на лампочке. И, конечно же, нам понадобится вдохновение. Мы будем делать снеговичка из этой лампочки. И поэтому нужно посмотреть как можно больше красивых картинок в интернете с различными снеговичками. Для начала раскрасим лампу просто в белый цвет, так как это будет снеговичок, он должен быть белым. Белую краску возьмем, водичку и кисточки. У меня вот мягкие кисточки, дешевый вариант, это пони. Они стоят рублей 10-15, наверное. И очень хорошие, мягкие. Сушить лампочку во время покраски, чтобы не испачкать ее. Я буду в кусочки фольги, сверну из него небольшую пирамидку и поставлю просто лампочку в центр. Для достижения более ровного, плотного цвета и более гладкого результата покроем лампочку белой краской в несколько слоев. Теперь, когда лампочка высохла, нарисуем нашему снеговичку лицо. Вот такой снеговичок получился у меня. Здесь вы ограничены только собственной фантазией.
можно нарисовать абсолютно все, что угодно. Теперь я переведу ему вот сюда на животик рисунок с декупажем. Декупажем, который я вырезала из рисовой бумаги. Вот я выбрала такого маленького котеночка, он как раз по размеру сюда отлично подойдет. Вот сюда на животик. Для этого мне нужен клей для декупажа. Я слышала, что используют обычное ПВА, но у меня специальный клей. И сверху потом я покрою лаком. Лак тоже для декупажа. И тоже мягкими кистями я буду это делать. Приступим. Чтобы перевести рисунок на рисовой бумаге декупажем, мы просто прикладываем рисунок и промазываем клеем. И дожидаемся, пока высохнет. Теперь придумаем, как будем декорировать дальше. У меня есть такой замечательный набор для декорирования свечей. Здесь вот такие контуры в наборе и трафареты. Сейчас этими замечательными контурами нарисуем какой-нибудь узор, какие-нибудь снежинки или звездочки, что-нибудь симпатичное. Теперь, когда мы дождались, что все наше творение высохло, покроем игрушку лаком. Теперь, когда мы дождались, что лак уже полностью высох, все, что нам осталось, это сделать веревочку, за которой будет вешаться игрушка на елку, и новогоднюю шапочку. Делать мы ее будем из белого и красного фетра. Веревочку мы будем делать из вот такого золотого шнурка. И еще нам понадобится клей и ножницы. Теперь сделаем шапочку. Будем делать ее красной с белым отворотом, с имитацией меха. И прикрепим к ней вот такую красивую снежиночку. All the Ice King wants for Christmas is the love of a beautiful princess. It's the warming glow of friendship to feel like he belongs. He will freeze you and kidnap you, but it's only because logical snafu. Now everything has gone wrong. Merry Christmas, Ice King. I hope you get what you want. You deserve one nice thing for the Ice King. Fa la 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 la. Вот такая большая-большая шапка получилась. Теперь, вот мы ее все заклеили, теперь давайте сделаем надрезы, потому что там у нас внутри веревочка. Нужно ее вытащить. Сделаем такие вот надрезы и завяжем шапочку вот так. Такой замечательный снеговичок получился у меня. Я желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До встречи!